Любопытно. Что это? Пластилин? А вы знаете, я ваш любит. Да? Пластилин, да. Сейчас мы приехали в детский интернат номер 22 для детей с нарушением опорно-двигательной системы. И вот здесь они уже приехали, наши подарки рассматривают. Сейчас мы привезли от Лены Новиковой из Орла, привезли подушки, футболки, канцелярию для развития деток. Вот столько всего мы много накупили. А также привезли бисер для развития риторики. Вот у нас здесь бисер, ленточки для деток от бабы Гали из Рыбинска. Она очень переживает за деток на Донбассе. Всегда что-то интересное им и присылает, и жертвует средства для того, чтобы мог вам что-то купить. Это все наше. Да. Ну, всем, всей школе. Вам, это всей школе. Вот такие детки здесь находятся. Тебя как зовут? Полина. Полина, вот умничка. И вот сегодня мы приехали, им привезли все самое необходимое для их развития. Спасибо огромное, люди. Спасибо, Лена, спасибо, Галина, за ваше участие в судьбе вот этих деток с нарушением опорно-двигательного аппарата. Спасибо еще раз. Низкий вам поклон. Спасибо. Они у нас самые замечательные, да, дети? Самые, да? Самые прекрасные. Не надо, ну достаточно. Здесь 68 человек, и нет, а еще они детки на уроках. 67. 67, да? Деда Мороза узнали это? Он бороду на зиму отпускает и приезжает. Дед Мороз был, подарки вам тоже привозил. В России знают. Мы их не бросаем и иногда проведуем.